Всем привет, друзья! И сегодня мы будем проникать в очень высокий дом. Снаружи я его вам покажу чуть позже. Никого нет. Блин, только нам не удалось пройти в центральное крыло. Поэтому мы здесь немножечко с другой стороны. Да, лифт здесь, как и следовало ожидать, один, поскольку мы не в основном крыле башни. А эта башня 45-этажная, друзья. Поэтому сейчас мы дождемся лифта, и я включу запись. И так? Нет, вряд ли. То, что он не останавливался. Ну, если что, выключим камеру. Нет. Ребятки, это лифт. И здесь 39 этажей, как я и говорил. Но нам бы, конечно, на 45-й пройти. Сколько здесь всего? 45 этажей. И как это выглядит? Так, ёлки-палки, как быстро лифт-то едет. Да, у меня начинают немножко уши закладывать. Это, так сказать, бюджетненький вариант с Москва-Сити. Здесь двушечка на последнем этаже стоит 11 миллионов рублей. 12 где-то. Не реклама. Так, вот такой вот лифт. Сколько же здесь может человек влезть? 13 человек, 1000 килограмм. Так, надеюсь, что там будут все двери открыты. У меня уже уши закладывают. И мы сможем пройти к основным 8 лифтам и, собственно, попасть на 45 этаж. Ёлки-палки, тут прям все продувается. Вентилируемый фасад у башни. Как все там, звук такой. Ребят, открываем дверь. Нифига себе. Вид с 39 этажа. Не забывайте подписываться, ставить лайки и включать колокольчики. Если хотите, чтобы мы пролезли выше. Так. Давайте попробуем выйти туда. Ведется постоянная аудио-видеозапись. У меня да. Но тут нет ни одной камеры. Нет. Глухо. Неужели выше 39-го мы сегодня не попадем? Будет обидно. Ну давай, выходи. Пошли. Там мы не сможем попасть туда. Там закрыто. Давай спустимся этажами ниже. Я видел, что на 25-м были открыты все двери, когда я здесь последний раз был. Давай на 25-й спустимся и проверим. 25-й. Погнали. Если что, жилой комплекс называется Загорье. И здесь дома от 25 этажей, ну максимум 25 этажей, в других домах, то есть в этом 45, короче, от 6 до 45 этажей здесь секция. Собственно, в этом доме 18 подъездов, и только в первом подъезде 1350 квартир. По 20 квартир на этаже где-то. Так, проверяем. Только бы было открыто. Да, я же знал. Так, это холл подъездный. Пойдемте к основным лифтам. Так, идем. Тут вообще ничего не работает. Тут блокбастер снимать можно. Опача. Проходим сюда. Идем дальше. Вообще большинство квартир не заселены. Вот. То самое. Да, ребята, мы попали, куда нам нужно было. Дай-ка я засниму. Чпы-чпык. Ребята, это, собственно, то, что нам нужно. Подожди, не вызывай. Блок Б, блок А и блок В. Давайте теперь вызовем лифты. Посмотрим, кто же нам придет из 8 лифтов. Конечно, чтобы не встретиться с охранником, нам придется проделать такой путь. Просто сразу говорю. Кстати, сразу все кнопки загорелись. Нам придется, сразу говорю, спуститься на первый, чтобы заснять всю красоту первого этажа. Но чтобы охранник нас не запалил. Потом опять подняться сюда и через тот выход опять-таки пройти к
куда нам надо. Эй, почему вниз? Кажется, мы прямо сейчас попадем на первый. А, нет, все, вверх переключился. Ребят. Ой, тебя было видно немножко в зеркале. Ладно, извини. Так. Когда я снимал кнопки. Так. Ладно, ладно. Едем, едем, едем на 45-й. Надеюсь, там будет все открыто. А то придется нам как-нибудь спускаться на 40-й какой-нибудь. 45. О, да, ребятки. О, да. Сейчас мы посмотрим, что тут. Нет. Неужели закрыто? Неужели закрыто? Давай подергаем, что ли. Блин, камень. Ладно, так. 45-й. Ой, нам не туда. Нам чуть пониже. Так, чуть пониже, чуть пониже. Надеюсь, лифт не ушел. Так. Минус первый. Поскольку там на минус первом основной этаж, а первый это опять-таки те с почтовыми ящиками. Да, ребятки, вышел небольшой обломчик. Но мы хотя бы с 39-го вам все показали. И я думаю, вы на нас не обидитесь. Да, однако мы очень быстро едем, ребятки. Здесь лифт прям как Москва-Сити. Чуть помедленнее. Так, та-та-та-та-та-та-та-та. Не, не. Ой. Ой. Так, останавливаем запись. Да. Ребята. Точно, это не то. Это первый этаж, тот самый. Мы едем чуть вниз. Надеюсь, там никого не будет. И нас никто не спалит. А то очень многие ждут с минус первого лифт. И, возможно, нас могут спалить. И да, вот, кстати, комментарий из прошлого ролика, лучший. Я его сюда добавил. Так, давайте. Поставим на всякий случай. Просто вот так стоим. Красиво. Теперь быстренько жмем 39-й и уезжаем отсюда. Вот так вот в крысу засняли и поехали. Я думала, мы выйдем. Ну, конечно, сейчас еще выйдем. Вдруг там охранник стоял где-нибудь за углом и ждал нас. Так. Конечно, нужно заняться нечем. И да, там еще статуи какие-то стояли на первом, когда мы заходили. Там вообще все прикольно, но я вам картинку из Яндекса вставлю уже вот после ролика. Поэтому обязательно досматривайте видео до конца. Я его, кстати, монтирую. Поэтому вот. Я обязательно вам покажу этот дом, вот именно подъезд на первом этаже. И сейчас мы выйдем, покажу вам снаружи здание, но вам уже будет неинтересно, поэтому давайте я ставлю камеру на паузу. Ребятки, туда тоже можно пройти, оказывается, вот за этой дверью. А мы, собственно, оказывается, нам не на 39-й нужно было, а на 25-й, я ошибся. Немножко. И, кстати, можно видок с 25-го сделать. Вот обычный 25-й этаж, ребятки. Ого, да тут даже вот это крыло видно, смотрите. Да, самый обычный 25-й этаж, ничего такого. Здесь не курят, ну да. По запаху такого не скажешь. Так, мусорокамера. Мы хотели с 25-го на 45-й пешком по лестнице подняться, но... Я что-то перепутал лестницу с какой-то квартиры и дернул туда ручку. Ну, может быть, все-таки, я не знаю, на плане я смотрел, вроде там должен быть, должна быть лестница. Ладно, все, мы будем спускаться. Это дом снаружи. Собственно, это все один дом. Ладно, сейчас мы уже не пойдем снимать основной подъезд, я его тоже на картинке вам смонтирую.